ласковое солнце, ответь. Да, я внимательно слышу. Отчего б дуэтом не спеть? Так уж начали чуть-чуть. Лишь на 5 минут отвлеку. Вашей маме зять не нужен? Ку-ку! Ой, какие шуточки. Я вот и обут, и одет. Есть это квартира, велосипед. Это круто. Я тебе не мил, почему? Вот в чем причина, в толк не возьму. Просто надо брить ежедневно лицо. Каждый день лицо просыпаться и брить. Горит меня. Если будешь бриться однажды кольцо, ты сможешь ненаглядность своей подарить. Просто надо брить ежедневно лицо. Если будешь бриться однажды кольцо, ты сможешь ненаглядной своей подарить. Подарить. Ну что, мужчина с щетиной, продолжаем. Получил ответ и грущу. Я ж себе вот бородку ращу. Я уж не такой молодой. Вот, и мне уже идет вот с бородой. Ничего так. Если телефончик мне дашь, мы пойдем в кино и на пляж. Захар, ты знаешь мой телефон, чего притворяешься? Сообщить скорее изволь, к милому сердечку пароль. Да просто надо брить ежедневно. Каждый день лицом просыпаться и брить. Если будешь брить однажды кольцо, ты сможешь ненаглядной своей подарить. Просто надо брить ежедневно лицо. Каждый день лицом просыпаться и брить. Если будешь бриться однажды кольцо, ты сможешь ненаглядной своей подарить. Всех брить, брить. По идее, нас сейчас производители вот этой вот кремов для бритья должны стоять в очереди и подписывать рекламный контракт.